Я шеф-повар Сергей Малаховский. Вегетарианская кухня – это вкусно, быстро и просто. Как 7 цветов радуги, как 7 музыкальных нот. Готовлю овощной шашлык с гранатовым соусом. Для этого мне понадобится красный лук, картофель, черри-томаты, цукини, баклажан, немножко свежего имбиря, сам гранатовый соус на шарап, масло и специи. Время приготовления моего шашлыка – минут 20. На счет раз я нарежу лук и картофель. Так. Я надрежу картофельные, но на шпажке одену их целиком и чуть-чуть раздвину, чтобы тепло заходило и они приготовились быстро. Вот такими сегментами лук. От самой внутренней части лука я освобожусь и оставлю его вот так. Ну, теперь лук и картофель у меня нарезаны. На счет 2 я нарежу цукини, баклажаны и черри-томаты. Баклажаны и цукини от кожицы чистить не буду, для того, чтобы на шпажке они находились очень плотно и не упали с нее. У черри-томатов я удалю плодоножку и оставлю их целыми. Овощи подготовлены для того, чтобы я их нанизал на шпажки. На счет 3 я нанизываю овощи на шпажки. Взял бамбуковые палочки, баклажан, картофель. Картофель чуть-чуть раздвину, чтобы получился зазор. Лук, черри-томат, цукини, опять лук. Получился вот такой шашлычок. Начну с картофелины. Опять картофелину раздвину. Черри-томат, цукини, лук, баклажан. Ну и подытожу опять картофельный. Получился вот такой вариант. Ну вот, мои шашлыки готовы. На счет 4 я приготовлю маринад для моих шашлыков. Очищаю чеснок. Имбиря мне понадобится буквально немножко. Имбирь, потому что очень активный вкус имеет. Имбирь, как и женьшень, относится к разряду корней долголетия. Очень позитивно влияет на организм в целом. Нарежу чеснок. Имбирь. Теперь я это все вместе измельчу. Имбирь с чесноком стали мелкими. Кладу сухой базилик, соль, лимонный сок. Перемешиваю. Теперь выход оливкового масла. Получилась улетная смесь для моих овощных шашлычков.
На счет 5 я замариную шашлыки. Полью маринадом. И, так скажем, его постираю. Покручу эти шпажки, чтобы масло, лимонный сок, специи напитались и прилипли к моим овощам. Для того, чтобы в черри-томаты проник маринад, можно их даже наколоть острым ножом, либо шпажкой. Оставлю мариноваться на 3-5 минут. На счет 6 я выложу на противень шашлыки и отправлю их в духовку. Выкладываю, чтобы они не касались друг друга и конвекция гуляла. Поливаю маринадом напоследок. И на шараба часть полью на шашлычки, чтобы он при выпекании просто прижарился к овощам. Ну вот такая красотища. Пошел ставить в духовку. На счет 7 я достал шашлык из духовки и выкладываю на тарелку. Полью соусом, а часть соуса подам отдельно. Ну и здесь не помешает из-за того, что блюдо в восточном стиле, веточки кинзы. Вот такие овощные шашлыки у меня получились. У всех вкусы разные. Я уважаю ваш. Приятного аппетита!